Я нахожусь на очередном объекте, хочу вам показать, попросили посмотреть мансардные окна, текут, это обыденная ситуация, да, хочу вам показать из-за чего и на что обращайте внимание. Ну, первая как бы ошибка, которая привела к протечке, здесь применили одиночные оклады для одиночного монтажа окон, а не специализированный оклад для монтажа окон в группе, в комплексе. Специализированный оклад вот здесь вот представляет собой следующее. Идет единый элемент в виде такого корыца П-образный, в котором нет никаких вот здесь стыков и перехлёстов. А здесь, видимо, отрезали кусок оклада, наложили внутри, даже нет герметика, собственно, уже герметичный быть не может. Вода туда затекает и попадает уже вовнутрь помещения. А другой вот такой вот момент, чтобы проверить, как выполнена работа по утеплению окна и примыканию гидроизоляции, снимаем такую вот накладку, крепится она на двух саморезах и отгибаем уже в сторону непосредственно изоляционный оклад. Что видим здесь? Здесь у нас виднеется где-то там вдали немного монтажной пены. Монтажная пена не применяется при монтаже мансардных окон. Это грубейшее нарушение действующего ГОСТа и требования инструкции производителя. И отсутствует также устройство гидроизоляции. К оконному блоку гидроизоляция не подведена. Соответственно, здесь две ошибки и две причины протечек. Первая – это конденсатная, поскольку нет гидроизоляции. А вторая – вот такая вот банальная, неправильное устройство узла. Вот такие вот нюансы. Будьте внимательны. Всем пока.